Акция под названием «Качество продуктов. Залог здоровья», организованная Департаментом по защите прав потребителей совместно с Национальным центром экспертизы, приурочена ко Всемирному дню защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта. Акция проводится в гипермаркетах и рынках города Актобе с целью повышения осведомленности населения о безопасности пищевых продуктов. В ходе акции будет применяться экспресс-методы исследования на бесплатной основе. Кроме того, специалисты департамента будут консультировать потребителей по вопросам защиты прав потребителей. Также розданы буклеты, памятки для потребителей по вопросам защиты прав потребителей и профилактики пищевых отравлений. Сегодня на рынках и в гипермаркетах города жители смогли проверить уровень качества продуктов. Горожанам такая акция пришлась по нраву. Так, например, не всегда есть возможность проверить фрукты и овощи на содержание нитратов. К тому же еще и бесплатно, и не выходя из магазина. Акция очень удобная, хорошо продукты можно проверять. В каждом магазине, если так будет, будет очень удобно. Спасибо за проверку, конечно. Что сегодня проверяли и какие результаты? Проверял бананы, все в норме. Нитратов, нитритов вроде бы сказали нету. В рамках акции специалисты Департамента по защите прав потребителей проконсультировали горожан по интересующим их вопросам, раздали памятки и буклеты, а также напомнили о том, что употреблять в пищу стоит только свежую продукцию, чтобы избежать пищевых отравлений. Айшат Ибрагимова, Сергей Калашников, программа «Факт».